А в 2002 году, когда Свято-Успенский храм отмечал свой 95-й день рождения, в Славянском районе была построена и открыта еще одна христианская святыня – армянская апостольская церковь Святого Саркиса. На празднике 15-летия церкви побывали и мы. И сегодня, возлюбленные, мы собрались с разных городов нашей епархии, чтобы вместе отметить 15-летний юбилей этой церкви, которая названа Сурб-Саркис и несет его дух. Праздничную службу в церкви в этот день проводил почетный гость, глава епархии Юга России Армянской апостольской церкви Мавсес Мавсесян. Он отметил большую значимость церкви Святого Саркиса не только для верующих Славянского района, но и для армян, проживающих в соседних муниципальных образованиях. Ведь этот храм является общим для Славянского, Крымского, Красноармейского и других районов. Доказательство тому гости, приехавшие поздравить именинника. К микрофону с добрыми словами выходили представители администрации Красноармейского района, Славянского казачества, Славянского благочиния Русской Православной Церкви и администрации. Сегодня церковь Святого Саркиса стала не только религиозным, но и культурным центром, вокруг которого сплотилось местное армянское общество. Дело большой важности и ответственности вы, Тер Петрос, несете долгие годы на своих плечах, возглавляя церковь Сурб-Саркиса. И тем самым вносите огромный вклад в бытие армянского сообщества. К своему 15-летию храм Святого Саркиса получил архитектурную завершенность. Его вершину увенчала колокольня, которую торжественно осветили в этот день. Колокол нам подарили наши друзья из Москвы, Игорь Шехелев, Игорь Александрович. Ну, естественно, сегодня еще у нас есть праздник. Это 20-летие нашей епархии. И мы всегда вот при таких случаях собираем множество людей и стараемся преподнести каждому прихожану, каждому человеку Слово Божие. По традиции армянской апостольской церкви в каждом храме ежегодно выбирают крестного отца церкви, который дарит подарки крестнику. Так на территории храма появилось 5 священных камней хачкаров, изготовленных из цельного куска туфа, добытого в Армении. На 15-летии в храме Святого Саркиса поименно назвали и поблагодарили всех, кто в свое время внес вклад в развитие и создание его неповторимого облика. Мы сегодня рады тому, что присутствуют здесь не только прихожане нашей церкви, не только армяне, очень много и русских, и, естественно, представители администрации города, района, представители казачества, представители соседних районов. Мы всегда Словом Божьим народ объединяем. Слово Божье всегда говорим о мире. У нас Славянск на Кубани действительно многонациональный район. И я уверен, что вот сегодняшний день он принесет много полезного и много хорошего не только для армян, в целом для города, для района. 15 лет по меркам существования святых мест – совсем юный возраст. Но и за эти годы сделано многое в направлении создания межнационального согласия. Сегодня церковь по праву может называться оплотом мира, счастья и благополучия. Мария Климова, Георгий Калинин, Александра Тимовская, программа «События».